Итак, дорогие друзья, приветствую на моем канале. Сегодня мы поговорим про героя Хаск. Это орды нежити, герой класса здоровья, эпический. В общем-то, герой на самом деле не очень популярный, но вполне применим. Что можно сказать по его параметрам? Как видим, у него база атаки, база защиты не очень большая, но при этом хорошая база здоровья. Скорость 98 для эпика приемлема, но не идеально. Кричан стандартный 15%, но крит урон у него 50%. Напомню, у многих легендарок это 63%, у многих эпиков 57%. Здесь крит урон самый-самый плохенький, самый базовый 50%. И это на самом деле минус. Ну, достаточно очевидно. Сопротивление 45 единиц, меткость 0, ну и мы артефактами набрали себе меткость. Что можно сказать по этому герою? Для начала посмотрим его навыки, это очень важно. Раскаленное железо. Атакует врага два раза, с вероятностью 20% накладывает провокацию на один ход. Урон зависит от атаки. Два раза это и не туда, и не сюда. Это и не один раз, и не три раза для того, чтобы открывать лавовый рыцарь. Это просто нормально, можно, ну, провокацию накладывать с каким-то определенным шансом. Урон от атаки, герой класса здоровья, это некоторая, скажем такая, несостыковочка, неудобство. Он с руки бьет не сильно. И вот ради навыка отчаяния этого героя, в принципе, качает. Атака по всем врагам. С вероятностью 35% накладывает оглушение, чуть-чуть точится на шанс штрафа. Урон зависит от максимального здоровья врага. Как видим, урон зависит от максимального здоровья врага. Это в какой-то мере делает этого героя похожим на элитного гвардейца и на холодное сердце. Но этот герой никак не взаимодействует с полоской хода врага, соответственно, на паучихе он, в принципе, намного менее интересный, чем тоже холодное сердце. Урон неплохой от максимального здоровья врага. Кричан 100% при урон какой-никакой взяли, это дает возможность очень сильно ударить, если на врагах висит разлом, слабость, в общем-то. Бить мы будем достаточно сильно, это хорошо на драконе сказывается. Перезарядка была базовая, 5 ходов, можно сократить книгами до 4 ходов, это стандартно для навыков, которые бьют от максимального здоровья врага. И вот ответный удар, атака по врагу, чем выше текущее здоровье, тем больше наносит урон, урон зависит от здоровья. Ну, а тут, понимаете, это не от максимального здоровья врага, а чем выше текущее здоровье, тем больше наносит урон. По факту я скажу, герой красную стихию силы имеет, и он может очень сильно ударить героя в магии. Например, на арене он может уже Этель, Элейн, там обычную, темную, любые виды Этелей, Элейнов, ниндзей, галиков, он бьет очень сильно. Очень хороший удар, он может на реально процентов 70 одного удара снести, это на групповой арене. Очень полезно, аура у него на 30% на арене. На обычную арену нету смысла его ставить, потому что он не быстрый. И тем более вы в скорости и так будете терять. Здесь и база скорости 98, плюс отсутствие каких-либо заливов, манипуляции с полоской шкалохода. Я бы его использовал только на групповую арену. Там защиту в нападении на групповую арене, он в принципе себя хорошо показывает. Повторюсь, этого навыка может очень сильно ударить, он, ну, в принципе, может некоторых врагов даже сваншотить. Ну и качать этого героя ради навыка отчаяния, это урон по всем врагам, еще это максимальное здоровье врага. Это полезно на волнах, потому что есть оглушение, это крипты фракции, ну и дракон. Как бы я этого героя оценил? Клановые битвы, ну, можно сказать, четверка. Гнездо паучихи четверка, он все-таки урон наносит. Атака на арене групповая 4, а вот логово дракона пятерка, герой живучий, он может сильно ударить. Здесь мы ставим четверку, замок лавы рыцаря, ну тройка здесь согласен, защита на арене, ну с учетом групповой арены четверка, лабиринт Минотавра. Ну тоже четверка, плата ледяного голема четверка, цитадель духа, ну здесь тройка, здесь еще по стихии не заходит. Цитадель магии, ну, можно так, поскольку есть урон на волнах, герой живучий, можно так четверку поставить. Цитадель силы четверка, цитадель тьмы, она, в принципе, простая. Ну, и воины фракции здесь пятерка, здесь урон, оглушение, на волнах урон наносит, провокацию, живучий, в принципе, неплохо. Ну, и вот по талантам Хаска смотрим. Это у нас ветка атаки с классическим завершением в виде военный гелмастер, которая помогает наносить урон по боссам. Поскольку один мы сильно не бьем, но это и на клан боссе, и на драконе очень сильно бустит урон.
Потом можно в кровавый щит, если вы когда будете добираться до дракона или на той же ледяной голем цитадели, вы будете на волнах накидывать на себя щит. Либо вот такой вариант — это страшание. Это полезно на войнах фракции. Это оглушение, сон, заморозку, страх или истинный страх. Там боссы, мобы, гварды будут кидать всякую дрянь. Соответственно, когда союзник будет получать это, мы будем контратаковать. Плюс у нас есть отплата, если мы теряем здоровье. Мы также будем контратаковать. Если Хаска одеть в сет вампиризма, ну, в кразу жизни, он будет неплохо отхиливаться. Так что герои, в принципе, достаточно живучие. И смотрим, дорогие друзья, дракона. Ну, так, чтобы сильно не затягивать, сходим на логово дракона. Ну, я на 20-го сразу иду. 20-й хорошо уже оформиться. Там 5-е и 6-е артефакты падают. Смотрите, какая у меня пачка. Здесь у меня в лидерке стоит преподобная. Хотя она не очень подходит по стихии, но как раз на волнах будут на нее бежать. Нам, в принципе, это выгодно. Не будут трогать ниндзя, не будут трогать темные отели. Они на волнах, в принципе, нормально себя показывают. Доходят до босса, там все делают. Потому в лидерку я поставил героя, который будет более слабой стихией. Соответственно, чтобы на него агрились все вот эти вот мобы. Ну и опять же, лидерка у преподобной — это увеличивает защиту союзника во всех боях на 33%. В какой-то мере можно поставить тхука шипастую. И чем интересна преподобная здесь? Она дает массовую контратаку, массовый штраф атаки и штраф защиты с основной атаки. Соответственно, преподобная, очень, если будет проходить, будет очень неплохо нам помогать на драконе конкретно. Можно поставить любого другого героя, какого-нибудь бюджетного. Самое главное, знаете, что интересно? Если вместо преподобной у вас есть другой любой герой с контратакой, по сути, что мы имеем? Скилл окрыленный — это герой, который дается за вход. Темный отель за вход, а ниндзя давался за вход. Но ограниченное количество времени, около 3 месяцев, это с июля по октябрь 2021 года. По сути, здесь 3 бесплатных героя, один герой, который можно заменить, и, в общем-то, ну, опять же, нам важно здесь штраф атаки. Ну и Хас, который красной стихии, эпический герой, ну, такой ценный, но достаточно доступный. И, в общем-то, пачка на 20-го дракона готова, дорогие друзья. Проходиться это будет порядка 3 минут. Если будут какие-то фейлы, или мы там откат провтыкаем, или еще что-нибудь, то может даже до 3.30 растянуться. Но вероятность прохождения 99%.